Женщина только что ходила по магазинам, а когда вышла, столкнулась с чем-то неожиданным. Одна женщина рассказала, как ее выбрала система распределения кошек. Эта милашка быстро привлекла всеобщее внимание и стала знаменитой. Соответственно, девушка припарковала машину перед супермаркетом и, как обычно, зашла внутрь, чтобы купить завтрак. Вернувшись, она обнаружила, что в ее машине был нежданный гость. Это маленький оранжевый кот. Он удобно располагается на подножке автомобиля. Лицо его было расслабленным, как будто он полусонный. Удивительно, но кот даже не проявил признаков страха или убегания. Когда он обнаружил приближающуюся девушку, он все равно спокойно прилег. Вид кота крайне усталый и жалкий. Грязное-грязное лицо. Тело слабое, и в нем не осталось жизненных сил. Он сел и попытался крикнуть девочке, как будто умолял ее усыновить меня. Добрая девочка дала на завтрак своему коту большую сосиску. Кот не колебался и очень вкусно ел. И так они стали друзьями. Затем она привезла котенка домой на усыновление. Кот, казалось, понял человеческий язык, послушно сел в сумку и последовал за ней домой. Он имеет чистое и удобное спальное место. Еда всегда хорошо приготовлена. После душа он стал гораздо более бодрым и чистым. Котенок каждый день хорошо ест и любит загорать у окна. Кажется, он очень доволен своей новой семьей. Очень удачливый и умный кот.